Среди участников специалисты со всего Подмосковья. В наш район были делегированы представители Сергиева Посада, Егорьевска, Истры, Рузы. Принял ветеринаров руководитель Центра профилактики бешенства Московской области. Подобный практическо-теоретический семинар проводится в рамках месячника профилактики и борьбы с бешенством Московской области. Данные встречи позволяют нашим рабиологам областным обмениваться опытом, практическими знаниями, внедрять новые методики своей работы. Подобная тема будет всегда актуальна в среде ветеринаров, ведь данная болезнь коварна своими последствиями. Бешенство не лечится, это перво-наперво. Бешенство только профилактируется, и от диагностики ветврачей и специалистов лаборатории Московской области зависит жизнь людей, не только животных. В ходе конференции врачи поделились наработанным опытом. От Ленинского района выступил ветврач-рабиолог Владимир Астраханцев. Суть метода состоит в следующем. Вблизи лисьих нор ветеринары оставляют для животных лакомство, в котором содержится вакцина. Если этого не сделать, зараженные лисы могут стать большим бедствием. Бешеные лисицы опасны тем, что они теряют контроль, не испытывают страха, выбегают из лесов и пробегают очень большие расстояния и кусают людей и животных. Так как бешенство – это раневая инфекция, то это представляет очень большую опасность для мирного населения и животных в целом. Хозяевам домашних питомцев стоит быть бдительными и обязательно прививать животных. Так, как это сделал видновчанин Михаил. Ну, мы его привели от бешенства для того, чтобы, когда мы ходим в лес, его никто не укусил, и чтобы он не заразился, как бы, чтобы все было хорошо. По словам ведущих ветеринаров Ленинского района, с Михаила стоит брать пример всем собаководам. Ведь впереди лето, а значит, прогулки на природе и опасность контакта с дикими животными. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.